В ИТРАУ на более чем 7 миллиардов тенге обошелся проект «100 дворов». Ранее работы приостанавливались из-за роста цен на стройматериалы. Однако теперь завершится благоустройство 86 дворов, рассказали специалисты. Какова цель проекта и насколько завершено благоустройство дворов, узнавали корреспонденты телеканала «Каспиан Ньюс». В рамках проекта «100 дворов», начало которому было положено 2 года назад, полностью завершится благоустройство 86 дворов. Об этом сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции. В прошлом году из-за повышения цен на строительные материалы в проектно-сметную документацию некоторых дворов были внесены изменения и дополнения. В результате работы во дворах многоквартирных домов в прошлом году остановились на несколько месяцев. Из-за осенних и зимних осадков пострадали бордюры и дорожное покрытие. Работы возобновляются, строительных материалов достаточно. Поврежденные в прошлом году участки будут восстановлены подрядной организацией за свой счет, заявил представитель городского акимата. Перед тем, как принять проделанную работу, национальные центры качества проводят экспертизу. Они берут пробы, отправляют в лабораторию, проверяют слоистость. После изучения всех параметров мы принимаем работу с положительным заключением. Пешеходные дорожки тоже проверяются. И во время работ государственный технический инспектор постоянно следит за соблюдением нормативов на объекте. В настоящее время работы ведутся на проспекте Азаттек. Устанавливается резиновое покрытие на детских игровых площадках. В прошлом году мы установили игровые конструкции. В этом году клеим резиновое покрытие. Изначальная стоимость проекта для 86 дворов составляла 6,7 миллиарда тенге. После внесения изменений в прошлом году она достигла 7,3 миллиарда тенге. Работами по благоустройству занимаются 2 алматинские и 1 атырауская подрядные компании. Одна из них – Туари Галит, которая отвечает за 23 двора в микрорайонах Балакше, Привокзальный и Мунайше. Пока ни одного объекта, завершенного на 100%, нет. В микрорайоне Балакше работы завершены на 95%. Нам нужно подключить электричество. После подключения мы сдадим объект. На улице Баймуханова, в микрорайоне Мунайше и левобережной части работы завершены на 60%. В настоящее время мы сосредоточили все усилия на левобережной части. Здесь осталось уложить асфальт, установить освещение и построить детскую игровую площадку. Качество строительных материалов хорошее, как и бордюров и дорог. Контролирующие органы ежедневно проверяют и запрашивают сертификаты. В рамках проекта «100 дворов» планируется полностью изменить внешний вид дворов, заменив верхний слой асфальтированных дорог, обновить тротуары, построить игровые и спортивные площадки. Также будет проведено освещение и увеличена площадь для парковки. В прошлом году городские власти приступили к реализации проекта «150 дворов». Определены 3 компании для разработки проектно-сметной документации, которые должны завершить процесс до конца года, сообщили в акимате. Нурсуя Эльбрус, Вакылбек Киртаев, Нурлан Шамгонов. Специально для телеканала ТДК 42 из Атырауской области.